подарите мне рассвет в той стране, где нет заката, где страною правит свет, там, где власть не ждет отката. За любовь к своей стране, за порыв души и совесть, за победу в той войне, где почти любую новость не сочтешь за новый бред, подарите мне рассвет. Чтобы каждый день не ждать наступления заката, жизнь свою не коротать под наркозом суррогата из гремучих смесей дня, водки, лжи и прочей дряни, той, что выстрелит в меня, когда буду я на грани, на которой мне рассвет скажет то, что до заката не дотянет этот свет. Потому прошу, ребята, подарите мне рассвет, если есть еще надежда, даже если веры нет. Ведь мы жили так и прежде, но, видать, на склоне дня уже глупо ждать рассвета. Я прошу простить меня, мне уже не нужно света. Счастье, но боишься перемен. Ты ждешь любви, но путь твой путь измен. Ты думал дом, но только толку в нем, когда вся жизнь твоей так горит огнем. Работа — бред, в ней тоже смысла нет. На все вопросы сам себе ответ. Круговорот вокруг своей оси. Оставь свой крест, ты больше не неси. Уже могли распять за жизнь свою, вот прямо здесь распять. Да ты и сам здесь распинался столько раз, и цель любую бил не в бровь, а в глаз. Избитые цели, как больной вопрос, ты что-то кроме ахинеи нес. А если да, тогда где все оно? Осталось все как было, как заведено. Скончание лет, нет, все же ты сумел оставить след, пусть даже самый малый на земле, за рубкой у ромашки на стебле, когда ты искренне еще хотел любить, когда задумался, как жизнь свою прожить, и пусть ты это все забыл потом, вода по капле камень точит вместе тон. Ты вновь еще не раз, и пусть не в этой жизни, не сейчас, не в следующей, а когда-нибудь ты сопоставишь путника и путь, и, наконец, признаешься в любви тому, кто ждал смиренно, без обид тебя последние 5000 лет, и вспомнишь, как ты сам себе привет передавал от сводки из войны.
посмотришь на себя со стороны, увидишь все и, наконец, поймешь, зачем еще сегодня ты живешь. Дрожит, почуяв дух времен, лететь туда быстрее света, где родилась твоя строка. Коль есть вопрос, но нет ответа, так вот тебе его рука. Лишь макаем или поклавим, бьем перстом и вроде штиль, а мы не слышим, и гул стоит от тишины, а мы не пишем, и не пишем, хоть написать уже должны. Самим грехом быть может церковь помолиться или мертворожденным детем от наказания откупиться или вообще погибнуть. Да, а может быть лишиться слуха и дальше больше не страдать тем, что случилось, вдруг проруха, когда мы начали писать.